В начале рабочей недели Ивановская мэрия предостерегла жителей об угрозе ледяного дождя. Погодные явления действительно опасны. Осадки представляют из себя мелкие, до 3 мм в диаметре замерзшие капли. Случается это из-за разницы температуры, когда в верхних слоях атмосферы тепло, а у поверхности Земли температура отрицательная. В Ивановском гидрометцентре опасения развеяли. С понедельника по среду ледяного дождя не будет. Это явление относится к опасным явлениям погоды, так как может вызвать остановку транспорта и обрывы линии электропередач. Но сегодня такого явления на территории Ивановской области не отмечено, не зафиксировано, так как температура наружного воздуха выше 0 градусов.